Доброе утро, мои дорогие. Даже говорить ничего не хочется. Красота. Привет, чернушка. Ну все, нарциссы уже отцвели. Тюльпаны тоже уже. Какие еще не расцвели, какие уже облезают. Какая? Трава вот эта. Ну да, она. Но она почему-то, понимаешь, я думала, что она пойдет вправо туда. Тут мало чего растет в тени-то. А она лезет на асфальт. Она к солнышку лезет. Да? В тени тоже не очень хочется. Старая? Да. Вот там. Вот сегодня Ирина Санна будет сажать помидоры. Как он, черный мавр называется? Да. У нее рука легкая, поэтому я лучше ей доверю. Здравствуйте, молодой человек. Вы только решили проснуться? Тихо, тихо. Коба спит. Коба? Коба спит. А Коба какой хитрый. Ой. Он посмотрел, что два мальчишки горластых, и потихонечку перебрался к Ире с Валерой. Вот, видите, Валерий у нас, Леонид, ходит в шортах. Да, лето. Лето. На, Ира, я хочу кофе, стаканчик купить. Пойдем наверх. Вот Ирина Санна идет, нарядная, причесанная. Все как положено. Собрались на прогулку идти с Валериком. Хе-хе, как кошка на солнышке жмурится. А я делом займусь, пока они гулять будут. Вот и Коба ходит, трется. Это он своих помечает. Ну вот, а пока наши отдыхающие на прогулке пошли, мы займемся, сделаем лампу настольную. Вот у меня был такой штатив, там на такую длину. Вот, можно сделать высокую лампу. Вот он у меня сломался в багаже в самолете. Ну, я его выкидывать, конечно, не стала. А сломалась вот сама вот эта вот верхушка. Вот. Будем делать лампу. Вот я нашла от настольной лампы вот такую штуку, трубку. Вот. Так как она длинновата, я взяла вот такую штучку от старой лампы. Сейчас я ее сюда. Так. Вот. Приличное. Более-менее окончание. Тут тоже пока закрутим сейчас. Опа, пришел. Так, теперь берем провод. Людей у меня теперь много, и всем подавай лампы настольные. Кто читает, кто чего.
Ну чего, теперь мы закрепляем абажур. Закреплю. Ну, не все, конечно, ловко получается, но я всегда говорю, если долго мучиться, что-нибудь получится. Я вот не решила там внизу, какой мне тут будет длины надо, поэтому сняла эти штучки. Сейчас так, ну ладно. Стоит у нас абажур. На ножках. Ну и сейчас мне надо будет, сами понимаете, да? Сейчас я подключу. Не буду время у вас отнимать. Потом покажу. Ну что, мои дорогие, вот и лампа готова. Хотите вот такую высокую? Ну, это лампа в стиле лофт. А так как у меня, собственно, и дом-то мой в стиле лофт, поэтому в самый раз. Вот, можно вот такую высоченную, можно пониже. Сейчас я покажу. Можно пониже сделать. А можно и вообще коротенькую вот эти штучки убрать, и она будет вот такой вот высоты. Так что я никогда ничего не выбрасываю, тем более такие вещи нужные. Ну, пока все. Пока-пока, мои дорогие. Вот такая торопыга. Все время прям попрощаюсь. Вот, можно вот такую прям коротенькую сделать ее. Вот. И хочу вам сказать, это для вас время пролетело. Тут просто буквально несколько там минуточек. А я проковырялась с ней. Ну, пока искала все. Всякие винтики, болтики. Вот, и сейчас вот проковырялась 1,5 часа. Но оно стоит этого. Так бы это все на помойке валялось, а так будет светить людям. Теперь все. Пока-пока, мои хорошие.